Друзья, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на канале «Садовые зарисовки». И с вами я, Татьяна. Сегодня я приехала в Леруа Мерлен. Хочу посмотреть посадочный материал. И если будет хорошего качества, возможно, сделаю для себя покупки. Ну, давайте посмотрим, что на сегодняшний день предлагает нам Леруа. И вот сразу мне попадаются вот такие пакеты с луковичными. Цена 1255. Но так как пакеты закрыты, посмотреть, что внутри нельзя, мне кажется, не совсем удачный вариант. Я бы лично не рискнула делать такую покупку. Давайте посмотрим лилии. Вот азиатская лилия очень красивая. И я вижу, что неплохое качество. Она, конечно, уже проснулась, дала рост. Но сейчас на дворе конец марта. Я считаю, для южных регионов и средней полосы уже вполне можно делать покупки. Конечно, северные регионы, наверное, еще повременили бы. Огромный выбор моих любимых так называемых лашек, то есть ла-гибриды. Это мои любимые лилии, у меня их очень много. Лилии, конечно, проснулись и уже тронулись в рост. Но мне кажется, лучше брать вот такую лилию. Видно, что она живая, проснулась, чем со спящей почкой. Неизвестно, проснется ли она у нас дома. Луковичных огромный-огромный выбор. Есть из чего выбрать. Очень большой ассортимент пионов. Всевозможные расцветки, сорта. Давайте посмотрим качество. Вот такие. Смотрите, уже тоже проснулись почки. Далее рост. Корневая закрыта. Такой росток. Но я вижу, что есть и совсем засушенные. То есть качество разное. Нужно искать, выбирать. Но выбрать пионы есть из чего. Очень много хороших саженцев. Расцветки всевозможные на любой вкус. Мне кажется, здесь каждый может найти то, что ему нужно. И цена, давайте посмотрим цену. 255 рублей. Ну, конечно, цена очень даже приемлемая для таких пионов. Если еще бы быть 100% уверены, что сорта соответствуют заявленным названием, вообще было бы великолепно. Меня лично пионы не совсем интересуют, поэтому я прохожу дальше. Я приехала немножко с другой целью. Так, и вот я вижу то, что мне интересно. Это бруднолистные гортензии. Давайте посмотрим качество гортензии. И что я вижу? Увы, увы. Ассортимент представлен, конечно, неплохой, но качество, ну вот, смотрите, просто засушенные сухари. А очень жаль, конечно, очень жаль. Цена 398 рублей, конечно, совсем неплохая цена для крупнолистной гортензии, но качество, ну вот, попался мне неплохой, мне кажется, саженец, но все равно я не рискну брать. Уж очень-очень они слабенькие. А здесь вообще просто все засушено. Я сейчас перейду к метельчатым гортензиям. Давайте посмотрим метельчатые. Тоже 398 рублей. Ассортимент неплохой. А качество оставляет желать лучшего. Но здесь я вижу, хотя бы есть живые почки. Проснулись, но все равно очень-очень слабенькие саженцы. Я, конечно, не рискну делать такую покупку. Так, что здесь у нас дальше? Дальше я вижу магнолии. Тоже большое количество магнолий, 455 рублей. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри, ну вот, то же самое. Все просто засушено, сухое. Очень обидно и очень жалко. Мимо роз я, наверное, буду просто проходить. Сейчас сделаю небольшой такой для вас обзор. Цена 298 рублей розы Флоригонда. Роз, конечно, представлено очень много, но я даже на них не останавливаюсь. Для меня это неприемлемая покупка роза в коробке из Леруа. Потому что я покупаю розы за 300 рублей, я в них уверена. Я уверена в сорте, я уверена в качестве. Ну, а здесь вот видите тоже. Ну, как покупать такую розу?
Я не знаю. Лично, на мой взгляд, какое-то странное отношение к посадочному материалу у руководства этого магазина. Есть, конечно, розы и с проснувшейся почкой. То есть они живые, но их еще нужно сохранить, адаптировать. Это очень-очень сложно. Конечно, очень жаль, что здесь так организована работа с растениями. Такое впечатление, что всем все равно, будет ли это продаваться или просто уйдет на списание, на мусорку. Привезли, поставили как упаковки с гвоздями и бросили. А за растениями нужен специальный уход. Дальше у нас идет глициния, 798 рублей. И внутри, что там у нас внутри, давайте посмотрим. А внутри у нас все то же самое, все сухое. Не знаю, вот если честно, у меня просто сердце крови обливается. Как так можно обращаться с посадочным материалом? Дальше у нас будлея, замечательный многолетний красивейший кустарник. И внутри, ну и вот внутри. Все то же самое, все засушено, все сухое. Я, конечно, не совсем понимаю, для чего делать такие закупки, чтобы потом их выбрасывать. Ну вот там проснулась почка, но покупать, конечно, я бы ее не рискнула. Дальше я вижу гортензия мелкопильчатая, 422 рубля. И что там у нас внутри? А внутри у нас... А там у нас все то же самое, все сухо. Очень жаль. Красивая гортензия. И такое состояние. Я осенью покупала участника за 500 рублей шикарный куст. Ну а здесь вот видите, 422 рубля. Все сухо. Вот здесь я вижу саженец. Есть, почка проснулась. Но все равно качество, конечно, оставляет желать лучшего. Будлея пурпурная, 355 рублей. Очень люблю будлеи. Сейчас посмотрим, если будет хорошего качества, то куплю себе. У меня так, ну вот здесь, видите, качество вот такое. Ну вот есть почка, конечно, и проснулась. Но все равно очень-очень слабенький. Вот я вижу флоксы шиловидные, 222 рубля. Жаль, что здесь не видно, какой цвет, какая расцветка. Ну, флоксы, они, в общем-то, не капризные. Флоксы, в принципе, можно было бы и брать. Вот то, что мне не нужно, хорошего качества. Пион древовидный. Посмотрите, какие отличные уже побеги. Хороший пион. Можно было такой смело пион, я думаю, покупать. Но мне не нужно. Пионов очень большой ассортимент. 255 рублей за такую цену. Я считаю, пионы покупать можно. Так, давайте посмотрим бегонию. Бегонию я бы тоже купила, если была хорошего качества. Так, ну вот здесь я вижу, есть проснувшаяся почка. Нашла одну единственную луковицу вот с такой проснувшейся почкой. Какой красивый флокс. Очень-очень люблю флоксы. Давайте посмотрим, какое здесь корневище. Но, увы, вот смотрите. Бывает и такое. Пакетик порвал, и там пусто. Очень красивые расцветки флоксов. Очень люблю я эти цветы. Я покупала в Леруа очень давно, и они мне растут по сей день. Да, флоксы можно выбрать. Есть побеги. Проснулись. Вот такие я и брала в Ашане. С хостами у меня не очень хороший опыт. Очень часто здесь бывает пересортится. Ну, уже проснулись, смотрите. Хосты. Есть вот хосты, можно выбрать. 255 рублей. Но цена, я хочу сказать, и не дешевая для хоста. Дальше я вижу луковичные, лилии, георгины, всевозможные многолетники. Конечно, выбор большой, еще можно выбрать что-то для себя. Всевозможные расцветки. Лилейников большой ассортимент, 222 рубля. Очень-очень много лилий. Еще есть выбор, можно выбрать хорошего качества и очень красивые расцветки. Очень большой ассортимент представлен гладиолусов. Давайте посмотрим цены. 77 рублей. Это упаковка.
Смотрите, какие красивые расцветки. В упаковке 3 штуки. Луковицы прям очень хорошие. Гладиолусы, не могу ничего сказать. Качество отличное. Есть и 155 рублей, это крупноцветковый. И здесь 5 луковиц. Ну, тоже неплохие луковицы. Все живые. Я думаю, что гладиолусы для любителей этого цветка можно здесь смело покупать. Главное, чтобы не было пересортицы. Для нас, для цветоводов, это очень важно. Есть упаковки по 3 штуки, есть по 5 штук, но расцветки всевозможные. И луковицы неплохие. Вот очень красивый гладиолус. 88 рублей упаковка. Цвет очень-очень красивый. Шоколад. И в упаковке 3 штуки. Давайте посмотрим луковицу. Луковицы хорошие. Да, качество гладиолусов отменное. Здесь также представлен большой ассортимент минеральных удобрений. Я люблю фертику. Вот с повышенным содержанием азота. 2,5 килограмма, 155 рублей. Фертика с содержанием азот, фосфор, калий в равных количествах. Также 2,5 килограмма, 155 рублей. И фертика с повышенным содержанием фосфора. Также 2,5 килограмма, стоит 188 рублей. Мое любимое удобрение «Биоголос», которую я применяю для подкормок овощных культур, стоит 50 рублей, 0,5 литра. Так, это у нас «Вермикофе», 331 рубль и 93 рубля. Так, ну давайте посмотрим, что это такое. Это вытяжка из биогумуса. Не знаю, никогда не пробовала, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Куриный перегной гранулированный 2 килограмма, 91 рубль. Сейчас тоже это очень актуальная покупка для садоводов, для дачников. Так, это у нас Гардена опрыскиватель ручной. 0,75 литра, 877 рублей. Очень хороший опрыскиватель, мне кажется. Гардена хороший бренд. Я думаю, он не нуждается в представлении и удобный, на мой взгляд, опрыскиватель. И вот я подошла к секаторам. Тоже Гардена. 1110 рублей. Я думаю, что должен быть хорошим секатором, потому что Гардена всегда хорошее качество. Есть, конечно, и подешевле. 321 рубль. Секатор ССР. Не знаю. Никогда не пользовалась таким, поэтому ничего сказать не могу. Мои любимые жесткие удобрения для комнатных цветов. Пользуюсь ими регулярно. Очень-очень рекомендую. 41 рубль, 0,2 литра. Моим фиалкам очень нравится это удобрение. Постоянно и пользуюсь. Теперь я подхожу к почве грунта. Последнее время пользуюсь агриколой, очень довольна. Но сегодня вот я вижу только 100-литровые и 10-литровые мешки. Мне нужен 25-литровый, а я вижу только 10-литровый. Цена 72 рубля за 10-литровый мешок. Вот это тоже неплохой грунт. 25 литров есть мешки. Цена 226 рублей. Биогумус очень-очень люблю. Цена 443 рубля, 10 килограмм. Ну вот я вернулась домой. И так из сегодняшних покупок купила орхидею. 455 рублей. Думаю, за такую цену можно брать орхидею. Сейчас буду ее отпаивать, буду ей заниматься. Дальше купила секатор Гардена. Сейчас будет очень много обрезок. У меня, конечно, есть секаторы, но нужен очень хороший секатор, потому что много-много обрезки. И я остановилась на Гарденовском. Люблю этот бренд. В руке держать секатор очень удобно. Вот так он открывается, закрывается. Ну, я думаю, этот бренд не стоит представления. Он очень хороший. Купила бегонию, которую нашла, единственную луковицу с проснувшимися почками. Сейчас тоже буду ее сажать в горшочек.
Надеюсь, у меня получится ее вырастить. Это махровая бегония Скарлетт. Взяла мешок биогумуса и пожалела, что взяла один мешок. Нужно было брать больше, потому что биогумус сейчас очень активно применяю. Я добавляю его в грунт при составлении почвы грунта для пикировки растений. Так как я для овощных культур не использую минеральные удобрения, биогумус – незаменимый компонент для пикировки овощных растений. Купила грунт, если я правильно называю, Геолия. Ну, возможно, я неправильно прочитала. Хороший грунт, я уже им пользовалась, осталась довольна, поэтому купила сегодня его снова. Друзья, ну вот и все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Спасибо всем за просмотр. Я прощаюсь с вами, буду рада, если обзор был полезен для вас. Всем пока-пока, до новых встреч!